Здравствуйте, уважаемые! На момент публикации этого видео на календаре будет 1 января. Поэтому с Новым годом вас всех! Так случилось, что я закончу 2016 год и начну 2017 год Бальмонтом Константином Дмитриевичем, одним из его лучших произведений. Я ненавижу всех святых. Они заботятся мучительно о жалких помыслах своих. Себя спасают исключительно. За душу страшную им свою, им страшны пропасти мечтания. И ядовитую змею они казнят без сострадания. Мне ненавистен был бы рай среди теней, с улыбкой кроткою, где вечный праздник, вечный май идет размеренной походкою. Я не хотел бы жить в раю, казня находчивость змеиную. От детских лет люблю змею, и ей любуюсь, как картину. И я не хотел бы жить в раю меж тупоумцев экстатических. Я гибну, гибну и пою, безумный демон снов лирических. Всем удачных праздников!